Проверка связи, проверка связи. Бум-бурум-бум-бум. Да, фокус, напоминание иногда, пожалуйста. Фокус. Иногда забываю просто. Да, так я тебе вот говорю. Фокус. Всем привет, ребят. Как дела? Надеюсь, у вас все хорошо. Так как формат прошлого видео со сравнениями всем зашел, мы решили пойти... Я хочу коробки показать. Мы решили поехать и купить коробочек по $7. Мы взяли по 7 коробок из каждого магазина. Это старый магазин, это новый магазин. И будем сравнивать. И что у нас выходит? 7. 7 коробочек старого магазина, 7 коробочек с нового магазина. И они все по $7. 3 семерки. Будем надеяться на удачу. Мы подумали, в этот раз мы не будем открывать все коробки с одного магазина, потом все коробки с другого магазина. Мы будем открывать их по очереди и сравнивать по суммам, кто идет впереди. Ну что, начнем? Начнем с первой коробки со старого магазина. Начнем, да? Тортик. Что в коробке? Опять ты не будешь ничего открывать. Коробка еле запакованная одной штучкой. Что это? Что-то на батарейках. Лампочки на батарейках. Две. Хорошо, хоть лампочки изнутри. Вот такие вот. Ну, декор. Декор. Вообще классные как будто. И что? Как они работают? Батарейки нужны, что ли? Как всегда. Вот ничего. Да, нужны батарейки. Вот здесь батарейки. Вставляете батарейки. Тортик, принеси 2 батарейки. Тортик, нет, принеси 3 батарейки. Так всегда. Все приходится делать самому, блин. Мы их проверили, попытались проверить. Наверное, их вернули, потому что они не работают. Потому что не горит ни одна, ни другая. Батарейки мы вставили, но ничего не происходит. Но стоят такие на Амазоне $34 две. $34. У нас они не включаются, но для сравнения мы напишем $34. Возможно, мы найдем еще другие какие-то аккумуляторные батарейки помощнее и попробуем их включить. Если нет, то полетят на мусор. Я уже обрадовался, увидел $34 цену на Амазоне и думал, неплохое начало, но вот когда попробовал включить, разочаровался. Пока они отправляются вниз, туда, где фигня хранится. У нас, кто нас смотрел раньше, тот знает. Это коробочка с нового магазина. Хотел понтануться, не получилось. Не, это что-то, ага, декоративные цветочки. Они типа вазочки такие. Шуршу кулечку. Конечно. Простите. 1000 извинений, но как бы это не моя вина. Это эти запаковали тоже, блин, все в кулечек. В пенопластик свой вонючий. Вот такой вот букетик. Сейчас посмотрим, сколько стоит. Это у нас Walmart. Искусственные цветочки в вазочке. $23. Очень красивая. Я считаю, что можно найти применение. Для декора. Вроде красивенький букетик. Красивенький, не красивенький, а подождет там, где фигня пока что. Так. Старый магазин. Старый магазин. Аккуратненько вытаскивай, пожалуйста. Ага. Что-то стеклянное опять. Что-то нам... О! Часочные песы! Точно! Ой, офигенно, мне нравится. Ой, еще и черный песочек внутри. Как вам? Ну, нам не очень видно. Фокус. Вот такие вот песочные часы. С черным песочком. Часочные часы. Мне нравится. Давай посмотрим, сколько стоит. Давай. И стоят такие часы $18 на Амазоне. Супер. Ну, я рад. Мы не будем продавать. Хоть они недорогие, да, это точно оставим себе. Так что это классная находка. Мне нравится. Я доволен. Определенно не фигня. Так, следующая коробка. Это с нового магазина. Это с нового магазина. Что такое? Реной? Ренож? Что такое?
Что, массажер, что ли? Это массажер. И что? Я думаю, это на шею ставится. А, поставь розетку и покажи нам. Что, не работает? Что-то мне вообще не нравятся эти покупки. Все, они не работают. О, работает! Надо было подержать. Работает! А, давай поставь. А ну. О, хо-хо! И разные, да, есть режимы? Капец, так давит. Блин. Ой, мне нравится. Прикольно, а ну, на самый мощный. Ха-ха, мурашки, блин. Капец. Блин, что, ты же хочешь попробовать? Я только на тебя надену, ты убежишь сразу, я тебя знаю. Понторез, блин. Он уже пришел. Уже спрятался под стол. Нет, он идет к тебе. Ой, очень классная тема. Там еще вибрации какие-то есть, смотри. Блин, капец, как давит. Ну вот, не будешь меня больше просить массаж делать. Вот тебе массаж. А, я понял, это для того, чтобы выставляешь. И он так чик-чик-чик потихоньку сползает вниз. Реально тема, блин. Смотри, смотри, он залезает к тебе. Хочет тоже массаж. Все классно, не переживай. Переживай, пап. Стоит такой массажер $40 на Amazon. Мы его продавать, скорее всего, не будем пока. Но попробую несколько раз делать массаж. Если не будет болеть из-за этого спина или шея, то оставим. Так, и это $40 плюс. Так, 52 на 63. У нас разница в $11. Новый магазин вырывается вперед. Дальше. Хэллоуин. Как обычно, я со своими тараканами, так сказать, мягко говоря. Как вы думаете, что я взял? Хэллоуин. Опять Хэллоуин и Pumpkin LED Lights. И мне интересно, что это такое. Опять что-то классное вообще-то. Я был уверен, что это что-то классное, потому и взял. Но больше как бы из-за интереса, наверное. И они еще керамические. Не пластиковые. Вот эти. Ладно, не получается. Тор, вылазь давай. Давай задним ходом. Как смешно вылазит. Тор, давай назад. 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 Давай я тебе помогу. Вот так, умничка. Все, давай. Давай, проходи куда-то. Че, сюда, сюда, проходи туда. Вот туда. Сделал тебе место, все. Уи. Кушай. Попрошайка. Какой-то вредный. Смотрите, как прикольно. Мигает внутри. Ну, это декорация. Ну, хэллоуинский декор, да. Мне нравится, мне нравится. Не знаю, сколько они стоят, но в любом случае мне нравится. Как вы думаете, сколько это может стоить? Мы в шоке. $50. Нашел точно такие же две, с такими же разными зубами и глазами, как у нас. Видите, они разные еще. Ужасно. Какие не заметил, какие они страшные. Я просто только одну включил, а вторую не включал. Видишь, разные глаза. Да, еще $10 доставка, блин. Еще $10, да, доставка, но мы ее считать не будем, посчитаем только $50, потому что, ну, это слишком куда. Нет? Да, я тоже так считаю. И это у нас старый магазин. Это серьезная заявка на победу. Оп. Опасный момент. До октября в коробку. Новый магазин. Новый магазин. Что-то мягкое. Что-то спальное, наверное. А, ну да, это даже не покрывало. Это или на матрасник, или такой, типа, пледик, одеяло. Это, да, это этот протектор на матрас, кавер, видишь, на резинках. А это на какой размер? Какой тортику размер? Подходит. Тортику, да. Угу. Тортику все подходит, на чем можно поваляться. О, да. Так, я не знаю, какой размер. Здесь ничего не пишут. Да, да, да. И что я вам скажу? Это не на матрасник и не матрас-протектор. Это вот на диван, на софу. Такой же мы нашли за $40 на Amazon. Да, тоже. Очень круто. А покажи цвет. Цвет, он двухсторонний. Да. Нам коричневый не подойдет, а вот серенький. А вот серенький супер. Он двухсторонний, можно менять. То есть.
И он типа для того, чтобы защищать от собак. Вот, вот. Хотя у нас, в принципе, тортик вообще ни разу ничего из мебели и даже из вещей не портил. Слава богу. Слава богу. Но волосня, когда у нас период волосни... А, нифига себе. Плюс 40 равно. 102 на 103. Да. Капец, капец. $1. Ноздря так, в ноздрю. Старый. 100%, блин. И это рубрика комменты. Комменты. Комменты, комменты, комменты. Комменты. Первая часть, вопрос-ответ. В комментариях многие просили показать день жизни тортика. Сегодня мы день снимать не стали, но утром мы вам покажем. Нам повезло на самом деле, что это было именно сегодняшнее утро. Но такое у нас происходит где-то, может, раз в месяц-полтора. И мы решили это снять и показать вам. Бывают и такие у нас веселые утречки. Да. Буди папу. Буди, скажи, папа, вставай, идем ловить птицу. Буди и скажи, иди лови птицу. Иди освобождай птичку, чтобы я ее съел, скажи. Я готов уже кушать, скажи. С утра. Где мой завтрак? Идем покажешь мне. Кто там? А скажи ей, уходи отсюда. Видел, что я там видел? Как... Видел комментарий положить свечи с распаковки в камин, если есть. Есть камин, и дымоход есть, и птицы в него попадают. Такие вот чокнутые птицы. Не понимаю, куда они туда попадают. Я когда в прошлом году по крыше лазил, смотрел, сетка вроде есть. Ты такой смелый стал. Ты помнишь, как он боялся? Смотри, он уже и рот открывает чуть-чуть. Как он боялся, первая птица, он еще щеночек был маленький. Она вылетела, и мне не получилось ее сразу как бы схватить в камин. Ну, в этом, да, в камин. Она вылетела, он побежал, и сразу в зубы взял, блин. Да, но он боится. А сейчас он прям, мне кажется, что уже и сожрет. Не просто в зубы. Ты хищник. Нельзя, нельзя. Ты любопытная Варвара. Стреляет хвост. Че, отпустим птичку? Тур. Сейчас он ее понюхает, точно тебе скажет. Все, давай буду вытаскивать птичку. А то она сейчас там... Покалечится сам. Ну подожди, то. Все, все, все. Красивая птичка. Да, и тортику нравится. О, идемте посмотрите, как она будет. Стой, стой, стой. Стой, еще тортики на волосне. Да, да. Идемте посмотрите, как она будет ругаться на меня, когда я ее отпущу. Готовы? Все готовы? А, это не так ругалось. Чуть-чуть только. Все, тортик, ты доволен? Мы спасли птичку. Тортику тоже клюшки достанут сюда. На, говори. Обиделся? Да. Да, да, это сливки любимые твои. Ты обиделся на папу, что он хотел тебе проскочить и не дать тебе сливки. Угу. Вот так вот. Вот так вот у нас по утрам. Маме с папой кофечка. А тортик и сливочки. Тортик! Тортик! Итак, мы переходим к комменту дня. И это коммент дня. Ура! Это коммент дня. Спасибо. Спасибо большое за поддержку. Нам очень приятно. Очень приятно читать такие классные комменты. И сразу же переходим к комменту фигня. И это коммент фигня. Это был коммент фигня. Всем спасибо за внимание. Приятного просмотра. Носик тут красивый такой.
Блин, так хорошо запаковано, так жалко, блин, ее открывать. Да, вот давайте это... не будем открывать. Эту пачку никто не открывал, да? Что это? Молоток. Нифига себе. Молоток, блин. Это не молоток. Это молоток? Черт возьми, да, это был подарок маме от кого-то. Класс. Такое мы не найдем. А что там еще есть? Еще что-то. Смотрите, что написано. Как красиво. Мама, спасибо тебе. Спасибо тебе за помощь. За помощь мне построить свою жизнь. За помощь построить мою жизнь. Так надо, чтобы мама твоя не посмотрела этот видео. И ты ей подаришь. Какой классный молоток. Да, и качественно. Но там внутри еще что-то есть. Ну, покажи. Мне уже так интересно. Чехол для молотка. Чехол. Блин, классно. Все, давай, официально дари маме. Блин, так не прикольно. Нашел, блин. Ладно, сам бы заказал. Да какая разница? Вот представь себе, что ты сам заказал. Все, короче, мам, я тебе привезу молоток. Если кому-то не дошло, то мне дошло. Спасибо, что помогла мне построить мою жизнь. Да не так скажи. Скажи, вот я заказал, мне как раз только что пришло. Так, мам, я тебе дарю молоток, ты знаешь для чего. Ладно, короче. Те, кто понял. Вот так вот. Такой красивый чехольчик для молоточка. Ну, это крутая тема. Ну, я даже не знаю, как оценить это. Я думаю, что надо оценить стоимость молотка в $20. Нет? Да. Ну, он хороший. Как бы такие, да, в районе $20 стоит. Ну, круто. Короче, ищу и не могу найти. Прям такой же и не могу Work Pro найти. А скольки ты там нашел? От 18 до 35 где-то. Напишем $20. Допустим, 18 плюс добавим $2 за гравировку, за надпись. Давай. Теперь новый магазин. Только простите. Я слышу этот. О! Трясти или не трясти? Ну не нервничай людей. Простите. Для тех, кто не может просто это слышать, извините, пожалуйста. Но я могу. Это лампа. Что за лампа? Какая-то вот такая с висюльками, вот эта, которая нам не нравится. С этими вот, с пластиковыми вот этими всякими. Ну, многим нравится. Прям хочется... Что-то прям... Фу. Хочется прям сказать фу, прям как в том комментарии, где сказали, вы целуете собаку, фу. 100%. Собака вообще не фу, а вот эта лампа, фу. Вот она. Ты понял прикол? Почему так много этих штучек? Вот. Нет, она. Я вообще не понял. Да, я поняла. Это прям такая... Понял я. И мне это не нравится. Думаешь, две? Да. Помогите. О. Спасибо. Ты понял? О, я не знаю, как мы это найдем. Сейчас попробуем что-то сделать и покажем. Короче, мы поняли и нашли, что это. Вы увидите на скриншоте. Это, ну как пишет, для свадебных торжеств. Подставка для букетов. Букетов, да, здесь. Для букетов. Ну, да. Это украшает зал, свадебный зал. Правильно? Да. И сколько это стоит? Это стоит $57. Две такие штучки в наборе, 57. Ну, качество вообще. Это просто ужасно, блин. Это они цепляют, только притрагиваются, сразу цепляются друг за друга. Это... Не надо, пожалуйста. Мы пока собрали их. Устали. Мягко говоря. Да, это тебе. Дальше. Так, осталось у нас по... Раз, два, три. Да, все правильно. Я почему-то там посчитал 4 коробки. По 3 коробки у нас 122 на 160. Ну, ладно. Ребята, минуточку внимания. Как вы успели заметить, это рекламная пауза. И
Так как нашему молодому, но очень смелому каналу никто не предлагает рекламу, мы решили прорекламировать наше предыдущее видео. Чё ты не сказала с распаковками? С распаковками! Поэтому мы вам настоятельно рекомендуем посмотреть наше прошлое видео. С распаковками! Это было уже! Поэтому мы вам рекомендуем посмотреть наше предыдущее видео с распаковкой, которое оказалось очень классной. Приятного просмотра! Камера, мотор... Короче. Всем привет, ну что? Это мусорка. Я знаю, что это. Что? Надо запомнить. Надо запомнить звук этой коробки. И больше такое не покупать. Больше такие не брать. Я выбираю? Тогда я выбираю квадратненько. Все, больше маленькие коробки не будем покупать. Реально, вот, реально. В больших или что-то попадется нормально, или тоже может фигня, но большая. А в маленьких вот какая-то вот такая вот, вот что это такое? Что это такое? Где? Где? Где айфон? Нет. Что? Креботик. Это шляпа Смурфика? Грустновато. Грустновато, потому что как-то дешевато. Как-то. И неинтересновато. Я, видите, как я уже мастерски открываю? Почти. Это никто не открывал, правда? Да, ну, а если с другой стороны посмотреть? Да, это свежее. Свежее никем нет. Эй, да. Еще один? Я в шоке, блин. Капец. А как так? Еще один. Кто помнит? Кто помнит? Кто смотрел? Ты не помнишь, сколько он стоил? Блин, давай найдем еще раз его. Я нашел, сколько он стоит. $51 он стоит на eBay. Этот будем продавать, наверное. Этот да? Однозначно. Я сначала подумал, может оставим. Нет, может это знак свыше, может мне для рыбалки. Здесь вот отсеки для снастей, для блесен можно. А здесь можно для там лески, грузиков, шмузиков. Ну не, вообще-то нет, у меня есть для рыбалки. Мне кажется, что слишком красивый. Мне тоже кажется, для рыбалки. Что слишком. Да, тортик? Или это тебе оставить? Приду с таким гламурненьким ящичком, подумаю, все, что он пришел тут? Рыбу ловить или красить ей, блин, губы? Да, тортик, да. Ты здесь уже наматываешь пятый круг минимум. Если что-то хочешь сказать, скажи. Надоели уже. Идите в жопу со своими коробками. Ну, честно, я как немного расстроен. Почему? Классная вещь, во-первых, она очень классная. Я вот с тех пор, как поставила свои прибамбульки, я ни разу его не открывала. Нет, ну я имею в виду, интересно находить что-то новое. Ну у нас, мне кажется, первый раз мы ее нашли, да, то же самое? Да. Были какие-то там похожие лампочки или что-то такое, но... Следующая ну, так, коробка. Что... О! Так. Очень удобненько, очень. Что бы я делал без собаки этой, а? Так мне всегда помогает. Во всем, ой, во он всем. Когда был маленький, как он... Что-то фартит, вот реально. Вот на декор прям нажрались чего-то. Вот ты накаркала, реально, вот как бы грубо не звучало, да? Вот реально накаркала. Помните в прошлом или в позапрошлом видео? А я вот так хочу что-то вот такое. Декор всем попадается, а нам не попадается. Ну что с этим декором делать? Серьезно? Тут полный дом. Вообще не стоит даже, блин. Смотри, уже. Потому и вернули. Потому это что... запасные листики. Нет, это чепушневый декор. Какая-то дешевка просто. Ну, вазочка прикольная для маленького букетика, на самом деле. Голубенькая такая, красивенькая. А эти цветы, мы, наверное, не знаю, что с ними будем делать. Что, их какой-то ветром сдуло, блин. Ты их можно поправить, ну что ты наговариваешь. Это почти унесенные ветром. Попался! 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 Не любит он попадаться, короче. Вот так красиво он должен выглядеть. Вот что нам попалось.
Да это можно исправить, хватит. Не, я думаю, этому ничем не поможешь. Ну и не надо, в принципе. Это стоит $27. Но я думаю, это стоит только вазочка. Там, долларов... Вазочка, кстати, качественная. Долларов очень крутая. Долларов 25 она стоит, а вот, наверное, еще 2 доллара цветы. Старый магазин. Давай маленькую коробочку. Давай маленькую. Что-то пишет. Что пишет? Recipe binder set. Я не знаю. With sheet protectors. Ой, чувствую, что-то плохое. Dividers. Эй! Для рецептов. А, не так уж и плохо, блин. Классно, я себе оставлю. О, смотрите, как выглядит прикольно, да? Всякие очень. Ложечки, мисочки там. Это типа собиратель рецептов. Видишь, коллекция. Вот так вот. О, мне нравится. Моя тетрадка, конечно, устарела уже и лет 100%. Так, не смейся, я ее вообще-то веду, если хочешь знать, 7 лет. Бедненькая твоя тетрадка, блин. Такая вот книжка рецептов. Стоит $24. Это не книжка. Ну, не книжка, это записная книжка рецептов, можно сказать. Вы сами записываете сюда рецепты. Ну, я уже показывал все. Ну, очень прикольная такая вот на колечках. Мы ее точно не продаем. Готовить мы любим. Ну, штучка прикольная, зачем продавать? Ну, она особенная, красивая. Да. И мои все бумажечки, тетрадочки можно выбросить. Все переписать красиво. Это да. Тоже давай эту плоскую. Ой, блин, это что-то тяжелое. Какая-то, наверное, или полка. Ну, или... это точно не я. Но пишет Made in China. Это, скорее всего, взял я, но я не знаю, что это такое. А вот рецепты взяла я. Ага, это какие-то опять, блин. Вот видишь, ты какие-то всегда опять берешь что-то для чего-то. Опять ты берешь какую-то фигню. Итак, ваши предположения. Да. Сюрприз. Срака тут прямо пришла. Тут, ну, это, вот первый раз. Вот первый раз. Кстати, видел комментарий. Интересуется, почему тортик такой грустный постоянно. Я вот только в этом видео собирался сказать, что он не грустный. Он просто знает, что папа с мамой заняты и не хочет мешать. Просто иногда проходит, спрашивает, как дела. Ну вот сегодня вот... Ну что с этой собакой? Серьезно. Сегодня, правда, очень плохая погода, и мы мало погуляли. И он думает, блин, заколебали с вашими коробками, блин. Давайте лучше играться. Новую игрушку мы с прошлого, весь прошлого или позапрошлого видео, мы так и не это, так не испробовали. Что это? Я, ну, единственное, что могу сказать, что такая приятная, вот, алюминиевая, такая штучка классная, блин. Так хорошо выполнена, нигде не царапается, ничего, ребра такие все. Ну давай классные. Посмотрим, что это. Давай. Короче. Это для двигателей Chevrolet, Chevrolet и GMC. Это, я не знаю, как перевести, это intake manifold. Intake manifold. Что-то говорит вам? Вот это кругленькие силы, O-ring называются, колечки резиновые вставляются сюда, все болты, все эти газ, прокладки. Я нашел на сайте, который продает машинные запчасти и все такое. Вы видите скриншот, стоит $200. Точно такой же набор, как у нас. Все вот такое вот. Еще такой же набор я нашел. Похожий, только здесь только с одной дырочкой. У нас здесь посередине две дырки. А только с одной. И все остальное такое же нашел на eBay за $185. $200. Ну мы, давай напишем 100, потому что мы, если будем продавать, мы точно не... Мы будем... сравниваем магазины. Давай напишем 185 по минимуму, за сколько я нашел. Давай. 185, давай. Но у нас двумя дырочками, так что у нас на $15 больше. Блин, этот магазин выигрывает. Нет, я не рад, что я нашел такую фигню. Но я рад, что она такая дорогая. И так что за $100 ее точно можно будет продать. Если она кому-то будет нужна. Но так, по нашему опыту можем сказать, что как раз такая фигня всем и нужна. Блин, ничего нормального. Ну, карбюраторы, кстати, никто не хочет покупать. Ну, карбюраторы, да. Еще хотим напомнить, что все, что мы продаем... или то, что мы используем, или как-то находим им применение у себя дома, мы постим в Инстаграме. Кому интересно, может зайти и посмотреть. Не обязательно подписываться. Инстаграм создан не с целью там, набрать подписчиков. Инстаграм создан для того, чтобы информировать вас оперативно о
том, что происходит с вещами. Сторджи или с... Ты уже открыл. Так ты давай слушай. Видишь, люди говорят, давайте пока открывайте, что-то рассказывайте. Вот ты рассказываешь, а я пока открываю. Это что, старый магазин? Это старый магазин, последняя коробка. Эй, так нечестно опять. Ну, что это за... Что это за день такой, блин? Серьезно? Ну, мы взяли это все за $5, а потом они привезли за 7. Они оставили еще коробок, наверное, с прошлой недели, блин, таких же. Целую палету, или как они там приезжают, и... Ну, ладно. Мы купили за 5 в прошлый раз, а сейчас за 7. Отлично. Первый раз сталкиваемся с тем, опять же, что пишут. В одном видео 2 раза повторяются вещи, это вообще капец. Ну, в принципе, это неплохие вещи. Это что сундучок, что эта штучка. Я думаю, это продастся легко, по моему мнению. Ты что думаешь? Я что хочу сказать? Я хочу сказать, что первый раз мы сталкиваемся с такой фигней, как пишут в комментариях, что попадается одно и то же, блин. Ну, ладно, что? Ладно, что? Что делать? Что делать? Это уже пойдет на продажу точно. Стоит $26. Для подсчета все равно мы должны написать, хотя не прикольно, вообще не прикольно. Сейчас последняя коробка нас порадует. Точно, точно. Ну, уже точно новый магазин выиграл. Ну, это все из-за твоей запчасти. Да. Почему ты не рад? Почему ты не рад? Я очень рада. В конце концов, мы можем сделать 2 шуфлядки. Одно с моими претендулин. А что у меня столько, блин, будет претендулин, как ты выразилась? Значит, ты еще... Подожди, подожди. Значит, просто тебе придется купить мне много-много разных штучек. Понадобится 2 шуфлядки. Да, согласен. Только так. Последняя коробочка. Из нового магазина. Я чувствую в ней что-то интересное. И она, опять же, не открытая. Design by Outdoor. Нет, что? Нет, не хочу читать. Пожалуйста, что? Это сюрприз. Смотри, ее никто не открывал. Мы кстати... Да, кстати, смотри. У нас почти все коробки такие. Не разорванные. Мы приехали первые. Почти первые приехали. Ну, или первые мы были. Ну, в первой пятнашке, допустим. Ну, можно сказать, первые, потому что мы не ждали очередь, чтобы зайти. Мы сразу, как только двери открылись, сразу зашли. Понятно. Ой, это ласты. Да это кому ласты. Они нафиг нужны? Это ласты. Мне нужны. Как мне нужны? Это детские ласты. Да какие детские? Это такие, как бы, one size. Видите, ногу пихаете, пятку прикрепили. Круто. Вот этому я рад. Вот этому я рад, блин. Вот мы разные. Вот это, конечно. Люди говорят, похоже, похоже. Ты рад ластам, я рада разным. А здесь еще что-то есть. Что еще есть? И скажи, что это не прикольно, блин. Я в шоке, какая тема. Вот я надеюсь, вы меня понимаете, блин. Смотри, как... Я в шоке, как круто, блин. Смотри, еще аджасты. Смотри, на резинке. Смотрите, маска. Короче, начиная сначала. Маска. И такая офигенная трубка, блин. Чтобы плавать, как человек-амфибия. Маска вообще на все лицо такая прикольная, с дыхательной трубкой. Вообще тоже вот такое офигенное. Вот давай передумай, сколько это стоит, как ты думаешь? Я думаю, $50 должно стоить. Думаешь? Я думаю, да, стабильно. Окей, ты говоришь 50, я тогда говорю 80. Ты проиграла. Что? 80? Да. Я что-то думал, ты не скажешь больше 30, ну ладно. Почему? Ты что, только эти хрени точно стоят. Мы тебе очки купили только за 20, блин, еще сколько лет назад, блин. Как, нет, она очень классная, это что? Все, давай смотреть. Короче, такой набор. Как слышно? Все, я приплыл. По отдельности. Такие ласты стоят $30, и такая маска стоит $30. Это сейчас какой-то флеш-сейл. На сайте этой компании koziadesign.com. Но сейчас набор на скидке стоит $52. 51, там 67, что-то такое. Сейчас маску снял, и у меня так, я когда разговариваю, так же как будто звенит в ушах, знаешь. Ладно. Короче, $52. Пиши. $52. Старый магазин, конечно, вообще. Это получается 223 на 424. Это вообще капец. В 2 раза, считай, почти. Минус $50.
Короче, старый магазин, вообще нет слов вообще, как он разочаровал нас сегодня. Да это все твое, да это все твоя фигня, это запчасть. Какая фигня запчасть? Если бы не запчасть, то это не важно, блин, мы считаем, сколько стоят вещи. Слушай, со старого магазина первая вещь, эти лампочки, и сразу не работают. Мы их написали, а считай, если их не было бы, они сколько стоили? $30. Да, вообще, да, ты прав. Считай, сколько было бы вообще? 140? Ну, эти ласты, блин, вообще фигня полная. Ты чё говоришь такое? Фигня. Это самая офигенная фигня. Если уж это и фигня, блин, то самая классная фигня. Ну да. Нет, это прикольная тема. Ты просто не разбираешься в ластах и потому говоришь чепушню какую-то. Ну что, правильно. Нафиг не разбираться в ластах. У меня 102 набора для бижутерии, для косметики. 100%. Я довольная. Кому что. Короче, такая вышла распаковка. Пишите в комментариях, если вам понравилось. Ну, нам понравилось. Мы продавать будем только 3 штучки. Ну, так. Ласты точно не будем продавать. Не, ну вот самую дорогую эту запчасть мы обязательно... А, 4 штучки будем продавать. Мы обязательно попробуем продать и сразу окупимся за все коробки. Я могу сказать, что эта распаковка мне очень понравилась. Декоративные штучки вообще офигенные. Можно в доме найти место. Слишком много. Уже. Так, мы сейчас будем продавать ласты. Только не ласты, пожалуйста. На этом мы заканчиваем. Вам всего доброго. Побольше отдыхать, заниматься собой, уделять себе время. Увидимся в следующей распаковке. Всем удачи и пока.